Господи, ментов-то сколько? Это с чего это вдруг? Интересно. Где тут есть хот-дог или Биг Мак или какая-нибудь супер-сосиска? Мне нужна супер-сосиска, чтобы пополнить здоровье. Чтобы ездить еще лучше и финтить каждые 30 секунд. Каждые 30 миллисекунд, я бы сказал даже. Ну давайте же. О, кстати! Почему бы нам не отвлечься на какую-нибудь тупорылость? И не поработать скорой помощи, как это делают NPC здесь. То есть сбивать людей, ехать по их головам, потом выставлять счет за лечение. Ну давай же, давай открывай! Доктор-врач, я готов лечить. Давай, взламывай. Все? Да неужели все? И чё? А задание я могу взять? Интересно. Я вылечу вас! Я знаю, вы были больны раком. Я обеспечил вам эвтаназию. Скажите мне спасибо. Тут все с онкологией, я вижу. Судя по тому, что они лезут под мои колеса. Машинка... Передвижная эвтаназия! Ой, не добили. Вот теперь довольный клиент. Мертвый же, правильно? Ну-ка, наверняка. Ну что это за дурацкая скорая помощь, на которой нельзя взять задание? Как это понимать вообще? Мотоциклы убивают, парень! Противопоказано на них кататься, если ты идиот. И зачем ты останавливаешься на светофоре? Я чувствую себя абсолютно ненаказуемым. Ой, да я же людей лечу, ну зачем меня арестовывать? Ну вы что, вы о чем, господа? Демократию, что ли, не признаете? Все вопросы к Белому дому. Парниша. А не ко мне. Я всего лишь честный труженик Соединенных Штатов Америки. Лечу людей из Соединенных Штатов Америки, у которых есть гражданство. У вас есть гражданство, я вижу. Упс. Упс. Черт. Погодите, дамочка, ну не дергайтесь вы, а то я криво как-нибудь швы наложу своим бампером. Не так легко это делается, как вы думаете. Вот, восторженные крики я слышу. Паки меня почему-то не любят, видимо, я плохо лечу людей. Окей, что тут у нас есть? Какая-то старая колмага. О, Мерседес, давайте в него заберемся. Заколебали меня всякие тачки типа Астон Мартина, Феррари и Порше. Я хочу старый Мерин. Ну давай, давай, заводись. На нем даже сигнализации нету. Что самое интересное. Вот так всегда, вот думаю, что вот развалюха, она никому не нужна, сигнализация не ставишь, и только ее и угоняют, а не рядом стоящую Феррари. Классно, да? Ладно, парниш, раз такой супернатурал, я схожу с тобой в долбанный ресторан. Где звук мотора? Мне нужен звук мотора срочно, а то меня не штырит без звука мотора. Ладно, сейчас он должен появиться. Господи, куда вы лезете? Я уже не на скорой, и моя машина вас не оживит. К сожалению или к счастью. Неплохо она дорогу держит, надо сказать. Очень приятное управление. Так, где этот... Господи, мент! Ты нарываешься. Ты поцарапал мне машину. А, пора валить. Валим, валим, валим! Гада, не арестуйте, не арестуйте! Кто на стройку положил гранату? Менты, фиг вам! Жердяи хреновы. Сначала догоните. При том, что я пешком, а вы на машинах. Ну давай, 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 давай. Давай, 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 до свидания. О, господи! Ладно, прилег, полежал, побежал. Ну давай.
Это что такое? Парень, ты что? Что ты делаешь? Ну ладно, наконец-таки он это закончил. Самопроизвол какой-то творить. А ты, парень, выходи. Где этот укурок? Вот он. Ладно, погнали к нему. Да где звуки от двигателя? Гелендваген производит на свет только шум от ветра. Странно. Ну ладно, бывает. Это GTA. Ко всему можно быть готовым. Нужно даже, а не можно. Заходи! Только не пыхти у меня в машине, а то мы разобьемся. Еще меня ищут менты, поэтому спрячь-ка траву лучше куда подальше. Нам нужно нажраться, я думаю, конкретно. Есть тут что-нибудь? Comedy Club. Ну-ну-ну-ну. О, вот что нам нужно. Нам нужно нажраться в щи. Как раз недалеко, мы около моста. Быстро доедем. И, кстати, звук от машины появился. Как я удачно, а? Все сделал. Ну что вы такие медленные? Это вы во всем виноваты. Думаете, меня в этом обвинить? Нифига не получится, потому что вы во всем виноваты. Я на суде так и скажу. Судья, вы во всем виноваты. Договорили? Теперь я могу поговорить. О чем я могу поговорить? Я могу поговорить о всем. Например, о том, что я сейчас опять буду развлекаться с пьяной тушей Ника. В хорошем смысле слова, а не в постельном. Как вы могли подумать. Господи, мы опять в эту помойку приперлись, как всегда. Бар, товарищи. Товарищ, давай выпьем за Ленина. Нас все еще разыскивают. О, господи, погнали отсюда. Нам нужно бежать от ментов, иначе нас арестуют. Давай, 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 погнали, погнали. Погнали, чувак. Ты со мной пил, а теперь бежим. Бежим. Давайте. Стоять! Куда ты прешь? Криворукий лентяй, кто тебе вообще права-то выдал? В очках, блин, сантиметр толщиной ездишь, нифига не видишь. Даже настолько медленную цель, как и я. Нет, 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 меня не должны заметить. Я должен присесть, я должен спрятаться, вот. Не вставай, придурок, не вставай, не вставай! Блин, меня заметили, валим! Валим, 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 нет, 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 отвали от меня, нет, нет, не догонишь, 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 отстань, вот, давай автобус переедь его, ты меня не догонишь, отстань, 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 я убегу от тебя, я убегу от тебя, я убегу, я говорю еще раз, я убегаю, фиг ты меня догонишь, жирный мент. Тьфу на тебя, Джейкоб, сделай что-нибудь, господи, я упал. Иди в жопу, мент, не догоните. Ой, ай, черт, вот вы уроды, а. Отстаньте от меня, отстаньте, ай, ай, блин, уроды. Что вы творите, твари? Ничего, алкоголь затянет дырки в моем организме. Что это за расстрел на месте, без суда и следствия? Как это понимать? Офигеть, ну малышу Джейкобу это понравилось, и то ладно. Но я зол. Определенно. Мне нужен твой супер-ультра-мощный байк. С ультра-желтыми колесами. Ё-моё. Черт, мне уже захотелось самому нажраться. Честно, но в одиночку почему-то нельзя этого сделать. А странно. Почему я не могу нажраться один?
Мне не нужны собутыльники всякие. Укуренные. Чтобы нажираться. Я могу и один это сделать, я уже взрослый мальчик. Я уже взрослый серп! Господи! Ну ладно, может быть, не такой взрослый. Или слишком взрослый для того, чтобы финтить на мотоцикле. Черт, я 2 литра кровищи на асфальте оставил. Да это просто дикий агрегат. Ладно, поедем тачку угоним, которую нам заказали там, джип. Посмотрим, что из этого получится. Че тебе надо? I'll stop by, man. I'll see you there. Remember to wear a suit, Nico. Can't have you dressed like a bum in the church. Ну и зашибись прям. Ой, прям зашибись. Придется в персы ехать. На похороны. Костюмчик купить. Как-то мило и романтично приходить на похороны того человека, которого ты убил. Да, вот об этом я не мог, кстати, подумать, о том, что остальные-то братцы будут мне признательны. Что там такое происходит вообще? Еще одно убийство на месте? Какого-нибудь пьяного водилы? То есть я сделал, в принципе, еще более правильный выбор, чем я думал, только с моральной точки зрения, а здесь еще и все остальные братцы мне признательны. Хотя, ты какого хрена... На Дерека всем пофиг, я так понимаю, потому что он наркоман и алкоголик. Ну, Фрэнсиса просто ненавидели, вот и все, поэтому... Господи, ранетки, нет, куда-нибудь! Фух, я вовремя переключил, прежде чем мой мозг начал набухать и взорвался бы. Ну, выгляжу как пьяный мафиози, ладно? Или как обанкротившийся владелец... виноводочного ларька. Я куплю его, мне нравится. И... Ой, М16 в подарок, да? Коль там 4. Ладно. И туфли. Да, конечно, я куплю его. Нет, я не купил. Я куплю их. Все, отлично. Теперь я выгляжу как... чувак из фильма «Схватка». Допустим, Роберт Де Ниро. Поехавший на задание. Ладно, я вроде прикупил то, что нужно. И теперь мне нужно в церковь. На похороны. Ладно, поехали. Почему у меня не полное здоровье? А, ну да, я башкой в асфальт уехал. Это требует немножко здоровья. Такие развлечения. В пиджаке на похороны на мотоцикле. Замечательно. Я еду на похороны! Черти. А вы не едете. Тихо. Куда? Куда он едет? Психопат вонючий.